В Иволгинском Дацане прошла международная конференция о феномене Тегелова. В этом году изучать послание духовного учителя приехала большая делегация из внутренней Монголии, а также ламы и представители буддийской сангхи со всей России. Я надеюсь, что учение Хапаламы Тегелова, которое каждый год по 365 добавляется, оно будет увеличивать его учение, и мы будем уже многие вопросы понимать, как думает об этом Хапаламы Тегелова. В ходе обсуждений затронули вопросы философии и медицины и в целом рассмотрели феномен духовного влияния учителя на современное общество.